Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в Красноярск, арена «Север», где сегодня состоится матч между Енисеем и Астаной. Два баскетболиста Енисея, Максим Арчук, Супримхан, отличный перехват. Выход 2 в 2 Супримхана и 2 очка в его исполнении. Енисей возвращает себе лидерство в этой встрече. На старте второй четверти. Рядом с Маркелом Джонсоном. Браво Маркелу Джонсону. В стиле Артери либо Алексея Шведа сейчас сыграл. Отправляет быстрый прорыв Григория Мотовилова, но перехват уже сам осуществляет Маркел Джонсон. Игорь Конегин, первый данк в этой встрече. Самый яркий эпизод. Мотовилов, не будет он, конечно же, бросать, знает, что у него плохой процент реализации, поэтому лучше ему пойти в проход, что, собственно говоря, и делает Григорий Мотовилов и получает 5. Зафиксировать его окончательно не получилось. Отлично на Евгения Беленкова. В воздухе завис после передачи Джеймса Томпсона. Куду Макс сразу же после получения возвращает. Значит, что Примхани отличная скидка и с мясом колотит Джеймс Томпсон. Сокрушительный дачище. Пойдет сам до конца. Нет, приостановился. Нашел Вадима Щербака. Ну а здесь Игорь Конегин втыкает сверху. Это ответ данку Джеймса Томпсона. Небольшие шансы на итоговую победу. Сейчас они уступают минус 15, но нужно отрабатывать в защите Джеймс Томпсон. Арена «Север» сотрясается от такого слэм-данка. Мурзагалиев с мячом. Трех он не стал заряжать. Наскар Майтекин, первое его появление. Помимо сегодняшней победы, также обыграть Самару и рассчитывать, что Автодор в одном из двух оставшихся матчей уступит. Трушкин накрывает Маркела Джонсона. Джонсон на скорости разворачивается, не глядя, передача на Романа Марчука. Этот момент должен попасть в хайлайты. Но итоговый счет 77-67. Красноярский Енисей побеждает.